Тополского патриарха на Украине, похоже, ждал только Владимир Зеленский. Деятели искусств, спорта и науки просили Варфоломея не прилетать, а тысячи православных с плакатами против него выстроились вдоль дороги от аэропорта до Киева. Как видите, у нас собралось немало людей. Они пришли и к Верховной Раде с напоминанием константинопольскому патриарху о последствиях его решения предоставить автокефалию Украине, по сути, признать раскол украинской церкви. Полиция начала изымать растяжки и задерживать верующих. В чем они выкликают конфликт? Пока в Киеве народ говорил о Варфоломее такие слова. Украина умывается слезами и кровью, которые вы принесли нам. Владимир Зеленский обсуждал с ним совсем не религиозные темы. Войну на Донбассе, противостояние Москве. О захвате церквей неонацистами говорить не стали. А ведь это тоже волновало собравшихся у стен Рады. Волну таких нападений в Незалежной как раз спровоцировало решение Варфоломея поддержать раскол. Религию хотят использовать в своей политике. Большие политические круги. Даже визит Варфоломея привязан к 30-летию независимости страны. Он и его автокефалия словно очередной нужный украинской власти символ этой незалежности. А ведь у канонической украинской православной церкви Московского патриархата широчайшая поддержка, которая раскольникам с Варфоломеем и не снилась. Например, в конце июля в мероприятиях в честь Дня Крещения Руси в Киеве приняли участие около 350 тысяч человек. Тогда прямую трансляцию крестного хода вели оппозиционные журналисты. С ними Зеленский разбирается с помощью санкций. Сегодня ввел их против портала «Страна.UA», блогера Анатолия Шария, а также его тещи. С какого времени Зеленский опустился до того, что начал воевать с родителями? А раньше президент Украины закрыл 3 телеканала, связанных с депутатами партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Одного из лидеров партии, Виктора Медведчука, отправили под домашний арест. Накануне его дело было передано в суд. Ответственность перед законом на Украине больше не зависит от мандатов, статуса, медиаимперии или состояния. Правоохранительная система на деле разрушает касту неприкасаемых. Пока, похоже, нарушит лишь реальную оппозицию. Например, бывший президент Украины Петр Порошенко, несмотря на ворох уголовных дел, на свободе. Готовится к параду в честь 30-летия независимости. Он обещает быть насыщенным. Киевлянам должны были показать новейший танк «Оплот», который сначала выехал на репетицию, обклеенный скотчем вместо камуфляжа, а затем заглох. В Днепропетровске сегодня шоу устроили парашютисты в красных шароварах, обещавшие станцевать в небе боевой гопак. Но задорная пляска, судя по видео, длилась от силы секунд 5. Подготовка к празднованию независимости уже обошлась украинскому бюджету в 5 миллиардов гривен. Теперь на повестке вопрос об очередных кредитах.